Насте. Насте, да, моя дорогая. Надо быть в моем будущем сторис. Настя пришла в армянский ресторан. Настя, ну ты хоть побудь с Микки Маусом разок, повернись ко мне. Ой, господи. Я за горные травы всегда. Красное вино. Да я с тобой чокнусь. Ой, что-то у меня все звенит. Это хорошо, это же от хорошего настроения. Сидит в бриллиантах. Как похоже на лисичке. Да. Я не могу. Лисичка, она какая ты. Ух. Я хорошенькая, я знаю. Ух, да, еще какая. Давай, наяривай баранинку. Это ахиллес бараньей ноги. Ахиллесова пята. Ахиллесова нога. Часть. Да. Лисичка еще траву не доела. Да. Сейчас начнется. Мы существуем в облаке цветов, бриллиантов, показывай. Шашлыков. Да. И наших вкусных ароматов. Наших вкусных ароматов. Что вы любите по жизни, Анфиса? Я вот люблю людей изучать. Так. Мне очень нравится. Угу. Изучать людей, изучать устройство нашего мира. Путешествовать люблю. Угу. Люблю копаться, вот я говорю, изучать, копаться вот во всем этом, зачем мы живем, у кого какое предназначение, вот, эзотерика, астрология. Верите? Я не просто верю, я имею подтверждение этому, поэтому да. Мы сейчас про что говорим? Про астрологию? И про многие другие вещи. Я верю в то, что наш мир далеко не так материален, как иногда нам кажется. Что все гораздо глубже и проще, как нам кажется. А людей вы изучаете как? Вы как их сканируете? Что для вас является визуалка какая-то? Или вы какие-то там энергетические вещи снимаете? И визуально. Снимаете? Я изучаю физиогномику. Я сравниваю людей с похожей внешностью, нахожу похожие черты. Я изучаю вот лицо, чтобы я могла там взглянуть примерно на человека и составить его портрет внутренний, его психологический портрет. Вот. Также я изучаю характеры людей, поступки людей. Изучаю даже через негативные вещи. То есть кто-то предал меня, а я сижу его изучаю. Изучаю природу этого предательства. Вот мне нравятся вот такие вот вещи. А вас часто предавали? Бывало, конечно, да? Как и всех. Ну, наверное, как и всех, просто, может быть, некоторые этого на этом не концентрируются. Их предали, и раз, знаете, стерлось это из памяти, и осталось только хорошее. Человек пошел дальше. А вы, видимо, как-то на этом... Нет, на самом деле нет. Я очень хорошо умею прощать. И те, кто меня предали, до сих пор могут быть моими друзьями. Мы про предательство сейчас говорим, давайте я просто пойму. Ну, не то, которое на войне, знаете, ну, да. Фрицам нет, сдал. Нет, но нет, я понимаю, что ну, это вот это относится к работе, к бизнесу, или это относится к личной жизни? И к личной жизни, и к работе, к бизнесу. Предательство же, оно не имеет области. Это ну как, а еще как умеет. Но это поступок человека, когда против тебя какой-то очень некрасивый и очень с твоей точки зрения неправильный, который тебе причинит большую боль. Собственно, это может быть как и в бизнесе, так и... Вы знаете, здесь же критерии вот нету таких четких. Там кто-то может считать, что пошла Анфиса пить кофе с... Любой, которую я не люблю, вот она меня там предала. Ну, я так, ну, утрирую. Конечно, вот да. Здесь вот, вот приведите пример вот последнего такого перепахавшего вас предательства, не называя имен. Вот я хочу понять, о чем речь. Ну, если, предположим, твой возлюбленный, так, человек, с которым у тебя были длительное время отношения, дает статьи в журнале, обливая тебя грязью, рассказывая подноготную, интимные подробности. Это же может, предательство. Это любовь, может, это не предательство. Любовь и предательство, они нога об ногу идут. Только кто-то умеет любить красиво и умеет делать другого счастливым. Даже если этот другой не хочет быть с ним, он уходит, чтобы тому было легче. А кто-то вот это все...
значит, я разозлен, я зол, я угу. тебя ненавижу, я сейчас тебе сделаю угу. и так далее и тому подобное. Любое предательство имеет объяснение. Именно поэтому я его изучаю. Именно поэтому я не готова говорить, этот человек меня предал, он плохой. Нет. То, что он сделал, было очень логично для него. Угу. То, что он сделал, ему кажется правильным. Mm-hmm. Либо через какое-то количество времени он скажет, эх, зачем я так сделал, я был неправ. Но в той точке отправления, где было совершено якобы это предательство, да, для mm-hmm. меня оно так mm-hmm. выглядит, он был прав. И я пытаюсь найти правоту этого человека, почему он это сделал, как, объясните. Когда я все это понимаю, всю эту человеческую природу, и свою в том числе, да, я ведь mm-hmm. тоже не всегда совершаю красивые поступки. Вот. А что последний раз вы сделали такое, что вам пришлось говорить себе, Анфиса, вот я это сделала, и я была не права. Что это было? Ой, ну последний раз, ну это бывает и какие-то мелочи. Бывает, что я просто ссорюсь с человеком, угу. с подругой. Угу. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».